Вы действительно взяли на себя ответственность и почетное право защищать свою родину. И желаю я вам, товарищи будущие лейтенанты, высоко держать знамя Нижегородского университета в частях и подразделениях, куда вы придете на офицерские должности по окончанию вуза. Уважаемые студенты, дорогие студенты, поздравляю вас с приведением к военной присяге. Этот день очень важный для вас. Именно с сегодняшнего дня вы становитесь настоящими военными, настоящими защитниками. И присяга является тем нравственным обещанием, которое вы даете своей родине, родным, близким, преподавателям. Обещание служить и защищать родину, что бы ни случалось. А мы, в свою очередь, должны обеспечить вас качественными знаниями, чтобы вы не только защищали с оружием родину, но и знали, как это сделать с учетом полученных знаний в высшем учебном заведении. Поэтому поздравляю вас с очень важным днем в вашей жизни и желаю, чтобы это стало нравственным ориентиром на будущее.